Пес. Нас встречает пес. Первый лед. Тут мы вышли сейчас. Если только песик попался. Идем дальше, друзья. Всем привет. Приехал на рыбалку. Приехал, друзья, на первый лед. Сейчас попробуем что-нибудь поймать, порыбачить. Зайти на лед надо для начала. Ну, я думаю, в принципе, мы зайдем на лед. Здесь лед уже встал по берегам. И нам, короче, надо пройти будет вон за ту баржу. Стоит баржа длинная. И на ту сторону баржи, получается, нам надо пройти и там порыбачить. Вот так пробираемся. Здесь родник какой-то текет оттуда. Вода поступает. Друзья, будем надеяться, что лед схватился. И попытаем удачу половить рыбу по первому льду. Может, что и повезет нам поймать. Здесь заливчик такой идет, но здесь мелковато немного. Здесь рыбы нету. А мы попробуем пройти дальше. Так вот. Опа, все. Наступили. Что-то трещины пошли небольшие. Погода сегодня хорошая. Солнце. На улице у нас примерно где-то градусов 5-6 мороза. В принципе, лед должен схватиться. Вот такая шикарная природа. Красота. Можно кататься. Есть выход, вот он. Опа, есть, есть, отлично. Зашли. Как можно здесь увидеть, везде валяется мусор. Бутылки, пластмассовые пакеты и многое другое. Весь людской мусор, который люди бросают. Баклажки, пожалуйста, здесь баклажки. В основном одни баклажки лежат. Немного осталось снега, который выпадал у нас и таял сразу. В принципе, вот так немного в ямках снег остался. Поставим жерлицы вдоль берега, может, чуть-чуть какая-нибудь хватит у нас по первому льду. Также попробуем порыбачить на балансирчик тоже. Может, что и повезет. Вот, в принципе, мы, друзья, и дошли до места, где будем рыбачить. А проверим мы здесь. Попробуем зайти. Так, вот такой трос идет. Привязан к дереву. Держит баржу. И мы сейчас попробуем зайти вот отсюда. Опа. Ну, с Богом. Заходим. Там вам нужно. Лед треснул немного с края. С чем это связано? Это тонкий еще. Ну все, в принципе, стоим. Можем потихонечку двигаться. Не спеша. Короче, друзья, нашли такие две палки под ноги. Площадь опоры была больше. Потихонечку будем продвигаться. Смотреть, какой лед. Если более крепкий, уже будем уверенно ходить тогда. Начинаем потихоньку продвигаться. Так, вроде пока держит немного. Трещит немножко. Короче, забрали здесь, стояли минут 5-6. Лед начал провалиться. И вот накачал лодку. Друзья, накачал лодку. И сейчас буду потихоньку по лодке забираться. Чуть поглубже зайду. Еще на метра 2-3 туда. Потихоньку идем. По льду. Можно сказать, плывем наполовину. В принципе, нормально. Продвигаемся по чуть-чуть. Вода под нами трескается. Ну, ничего, мы идем потихоньку здесь.
Опа. Топором потихонечку. Как альпинисты. Горы мы только здесь. На воде. В принципе, уже нормально. От берега отошел. Вот можно здесь и рыбачить. Все, смело. Ух, у меня такие трещины. Разлом эти. Первое. Тут на вторую удочку сделан. Дырку. И на балансир. И на сбоку. Готово. По наживке у нас бутопарыш белый и червь. Так, лодку взял у друга там. Попросил у него. Он тоже ездил на рыбалку. И хорошо ловил. Он ездит только по воде еще. Я в кустах там где-то рыбачил. И хорошо, удачно таскал рыбу. Тут тоже парика насадим. Экстремальная рыбалка. Первый лед. Так, друзья, есть. Неудобно, но, как говорится, рыбалка требует жертв. Есть. Поплавок к воде. Будем ждать поклевки. Вот поклевка, что было непонятно. Глубину немного побольше сделать. Прикормка у нас каша вареная здесь. Как она прилетела туда. Да, прозрачный. Все видать. Друзья, есть поклевка первая. Поплавок немного так раз тык-дык-дык-дык. Пора склюнул. Так, друзья, прошло где-то минут 20, пока поклевок нету. Будем надеяться, что нибудь будет клевать. Мы пока потихоньку будем дергать балансир. Просидела здесь полчаса, ни одной поклевки не было, и место все закормленное. Сейчас попробуем пробраться туда вперед немножко. Может, что будет там клевать, не знаю. Посмотрим. Так, продвигаюсь потихоньку. Так, опа, трещина пошла. Долго остаюсь на одном месте. Вот трескается. Опасно идти. Тихонько иду. Опа.
Сейчас вон, друзья, до тех кустов дойду. Там попробую покидать. Может, чтобы там ловиться. Друзья, в общем, пошел я уже метров 20 на 30. Там лунку бурил. И поклевок нету. Места хорошие. Явно здесь рыба есть, но клевать она не хочет. С чем это связано, не знаю. Была всего лишь одна поклевка. И все. И пока полная тишина. Вообще поклевок нету. Посидим еще минут 20-30, если то клевать не будут. Буду собираться домой. Как-то так. Что, друзья, вот разжу костер, погрею немного руки и буду собираться домой. В общем, клёво не было. Что, друзья, всем пока. Собираюсь домой. Вот так порыбачил, посидел. Клёво не было. В общем, вот такая рыбалка сегодня была. Всем пока.